Будущее за человеком творящим. С таким проектом на премию губернатора Московской области «Наше Подмосковье» в 2017 году вышел выдающийся литератор Алексей Зименков, который уже 15 лет проводит литературно-творческие семинары для одаренных детей, за что и был награжден премией губернатора второй степени. Конечно, все это было бы невозможным без помощи. Ее оказывали писатели, краеведы, а также сотрудники библиотек. Утратить легко. А найти, огранить, воспитать, вырастить – это, конечно, большой труд. И вот честь и слава этим людям, которые занимаются выявлением таких вот маленьких талантов и зажигают новые звездочки на литературном небосклоне. За годы работы состоялось более 30 семинаров, в которых приняли участие около 1200 человек. Занятия пошли на пользу не только одаренным детям, но и самим организаторам, руководителям творческих студий, учителям-словесникам, библиотекарям. Много времени писатели провели в Переделкине, в детской библиотеке имени Корнея Ивановича Чуковского. Пробующие писать стихи и рассказы, пройдя через обсуждение своих произведений на этих семинарах, росли творчески, формировались как уже такие маленькие, но профессиональные авторы. Марина Нижегородова впервые на семинар попала год назад. Срок небольшой, но девочка уже показывает хорошие результаты. Она пишет юмористические истории и в будущем мечтает стать писательницей. Я увидела, что у меня есть этот шанс стать писательницей, поэтом. Я думаю, что когда я вырасту, я стану писателем и сделаю свою книгу. А вот Анна Косенкова уже бывалый участник литературно-творческих встреч. В прошлом году она даже выпустила свою первую книгу «Радуга творчества», в которой собрала все свои рассказы. В успехе она благодарит организаторов семинаров. Я получила очень много опыта. Мне рассказывали, что у меня не так, какие-то неточности и так далее. А также я смогла следить за творчеством других ребят и вносить что-то для себя. Поэтому, безусловно, я буду еще участвовать в литературных семинарах, так как это дает очень большой опыт и толкает дальше развиваться и творить. Высокая оценка жюри премии «Наше Подмосковье» – стимул работать дальше и выявлять все больше одаренных детей, чтобы литература в нашем районе развивалась и дарила радость людям. Юлия Погосян, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.